дня. Меня зовут Евгений Николаевич. Я, ну, представлюсь, кто-то, может быть, не знает. Я один из собственников компании «Печной мир». Результат нашей общей работы – это тепло. Каждый дом нашего клиента – тепло и уют. То есть, и хочется отметить, что это именно достижимо симбиозом нашей совместной работы. Если смотреть, как мы собирались 6-7 лет назад, может, помню, кто был, было 5-6 человек, шашлык, столик, ну и приятная обстановка. Да. Полковник внутренней службы Кузнецов Александр Васильевич. Александр Васильевич, я у вас. Коллеги, потому что мы вместе приносим только тепло и уют, но и безопасность. Рад приветствовать на Иркутской земле. Я прилетел издалека, из Москвы. Вторая ежегодная конференция «Печников Сибири». Очень гордо звучит, мне понравилось. Сегодня тема нашего сборища здесь, да, то есть будет касаться бани. Печники построят печь, разделки, распушки, оставляют все на лучшие строители. Я считаю, это кардинально неправильно. Мы приехали, там минус 15, ее топим на убой, чтобы потом быстренько попариться. Попарились 2 часа и ушли. Я печи не строю, легкий пар не пью, поэтому на этом не зарабатываю. И украшивать мне это дело совершенно ни к чему. То есть вот он топливник, вот у нас идет подъемник, а вот это все, вот это и есть, является колпаком как таковым. Также горит, поэтому не день сибирского происхождения, то есть это наше место. Об этом еще написал Ломоносов 200 лет назад, «Тяга или набор». Конференция мне очень понравилась, интенсивная, насыщенная. Сколько там человек? Вот полный зал был, человек 40, наверное. Да, вопросы интересные, реплики интересные, мнения такие интересные. Это все заставляет работать мозг. И, конечно, вот эти новые ощущения, я понял, что в Иркутске есть какой-то центр такой, генерации мысли, мозговой штурм могут делать. И мне очень понравилось. Творческий, для меня это творческий процесс. И вот когда я рассказывал вот это, вопросы задавали, для меня вот такое обсуждение очень важно. Спасибо большое. Спасибо «Печному миру», спасибо Максиму Бахаеву. Вообще говоря, всем печникам спасибо за вот эту мозговую штуку. Удачи вам. Хорошо. Ох, хорошо. Так, ну ладно, все смотрим, учимся, как будем париться. Сначала гостя, жен. Знакомим гостя с венечками. С венечками. Слегка, не долбим. Потихонечку. Дров нету впереди, а пламя есть. Пламя. Стоп, роли злой газ, давайте газируют. Отсюда подача воздуха на целый канал рублер. Смотрите, как вспыхивает. Газы вспыхивают. Дров нету.
Добрый день. Сегодня у нас второй день семинара. Приехали на объекты Герасимова Максима, рядом с Лестянкой на Байкале. Сейчас сделаем обход по помещениям, посмотрим, что он здесь наваял. Объекты все эксклюзивные, то есть будет интересно. Не моя турбаза! Мы ничего не ели? На печах заработать такое состояние невозможно! Мы не знали, как работают материалы, мы вот первопроходцы материалов. Да, материалы пока поймешь, как он гнется. Здравствуйте, многоуважаемые коллеги, печники. Меня зовут Сергей Герасимов, я с города Ангарск. Конечно, шикарное мероприятие. Столько коллег собралось, печников. Рад, конечно, всех видеть, поделиться опытом, послушать умных, грамотных людей. То есть ты его паришь, а ему похеру, потому что дышит, думает, а он не в парилке. И вот противники как раз, я их сейчас внимательно слушаю там в Инстаграме, да? Есть, они говорят, что типа у тебя мозг не понимает. Правильно. Они думают, что человек мозгом воспринимает температуру. С вами, с мастерами, профессионалами и, не побоюсь этого слова, с мастодонтами этого дела. Огромное спасибо руководству. Большое вам спасибо за вот этот, можно сказать, праздник для нас. Добрый день, меня зовут Андрей. Имел возможность и удовольствие, к счастью, посетить два дня второй сибирской печной конференции. Только положительные впечатления. Большая благодарность организаторам. В принципе, это хорошее дело. И видно, что люди вложились душой и средствами, чтобы дать возможность как бы тем, кому не безинтересно, это кто в этом непосредственном участии принимает, как печникам, так и начинающим, поучаствовать, посмотреть на красивые работы, поделиться опытом.